Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Очередное видео записываю по проекту Tylons. Сегодня пришло опять мне два финансовых пожертвования. Вот на почту пришло на сумму $10. И следующее письмо на сумму $5. Сегодня у нас 23 ноября. И давайте зайдем посмотрим мой кабинет. За сегодня получено у меня $15. Баланс вывода у меня $25. В проекте я где-то месяц, точно не могу сказать, может чуть больше месяца. Вложила я сюда 5 и $10. Купила я две площадки. Один линейный маркетинг за $5, одна площадка, вторая за $10 бинарный маркетинг. Всего я получила $420. Вот мои площадки. Одна площадка у меня закрылась и ушла на реинвест. Активных партнеров первого уровня у меня 38 человек. Всего партнеров у меня, вот считайте, на первом уровне 217, на втором 462, на третьем 234, и четвертый уровень 10, пятый уровень 3. Все уровни у меня заполнены, которые мне приносят деньги. Всего партнеров у меня 926. Вот моя площадка. Бинарный маркетинг, когда здесь внизу заполняются пустые кружочки, это уже по $10, это уже самое вкусное. Ну, конечно, еще не самое вкусное, когда остальные фазы откроются. Вот у меня заполнится еще два места и будет реинвест на $40. То есть можно, конечно, купить сразу площадки все, но я хочу, чтобы все реинвестом шло само. Сейчас я буду выводить деньги. При регистрации вы указываете свой пин-код, который надо заполнить. Сейчас введем пин-код и отправим на кошелек Advanced Cash $25. Деньги выведены. Через 2 минуты мне должны поступить деньги на Advanced Cash, а также должно прийти оповещение на почту, что кошелек пополнился. Ну, подождем 2 минутки и я продолжу. Ну, вот прошло буквально 2 минутки, счет пополнен, открываем письмо, смотрим. Сегодня 23 число, вот $24.52 пришло от tylons.com. Так что все работает, все выводится. Деньги с Advanced Cash вы можете выводить куда угодно. Я вывожу на Kiwi кошелек, также вывожу на карточку Сбербанка. Проект успешно развивается. С лета 2016 года проводятся еженедельные вебинары. Народу все больше и больше. Так что маркетинг очень удобный, линейный и бинарный. Есть переливы. Советую заходить покупать сразу как минимум две площадки на 5 и на $10, это как минимум. Ссылочка на проект будет под этим видео. Всем пока!